Если следовать вашим стандартам, то 90% населения планеты — плохие люди. Они будут вам неприятны. Если вам придется работать с ними, если вам придется любить их, придется помогать им, для вас это не пройдет даром. Если бы вы просто смогли принять их такими, как они есть, у каждого есть свои проблемы. Если вы увидите, что несете за них ответственность или примете их такими, как они есть, тогда мы подумаем, что с ними можно сделать. Может, мы сможем поработать над ними и сделать их немного более чувствительными, или мы сможем немного счистить с них кожу и сделать их чуть более чувствительными. Если у них очень толстая кожа, мы счистим ее полностью, и тогда они начнут чувствовать все. Это я и пытаюсь сделать с вами, просто пытаюсь немного счистить с вас кожу, хоть это и болезненно, чтобы вы стали по-настоящему чувствительными ко всему вокруг вас. Это звучит... жестоко, как садизм, называйте как хотите, но это единственный известный мне способ, который работает. Так что мы просто хотим соскрести с вас кожу, чтобы вы стали по-настоящему чувствительными к жизни, чтобы вы ощущали все. Если бы у вас не было кожи, вы бы ощущали все очень интенсивно. Так что мы просто пытаемся сделать так, чтобы вы смогли испытывать интенсивные переживания по отношению ко всему. В этом и заключается духовность. Вы испытываете интенсивные переживания по отношению к каждому атому в мироздании. Так же, как вы бы переживали, если бы ваш ребенок был при смерти. Вот какой будет интенсивность ваших переживаний по отношению к каждому существу на планете. Сначала это ошеломит вас. Но как только вы примете это, вы почувствуете новый баланс. Больше ничто не сможет выбить вас из колеи. Как только вы начнете ощущать все таким образом, то где-то внутри вас начнется естественный процесс перестроения. И либо вы просто свалитесь замертво от этого чувства, либо вы достигнете нового баланса. Вы не умрете, не беспокойтесь. Вы способны с этим справиться. Если вы добьетесь того, чтобы быть ошеломленными жизнью, то увидите, что это не убьет вас, это поднимет вас на новую высоту жизни, и вы почувствуете новый баланс, дающий вам невероятную силу.